Масильские мятежники против Рима играют варвар. Он Кельснай комментирует и показывает кино. Ты так комментируешь, как будто что, где, когда. Да. Горы, блядь. Это пизды, короче. Да. Понеслась, да? Так. Вот мне... они, да. Так, мне вот не нравится вот это. То, что я сделал. Короче. Орделянская гвардия. Бля, ну, блин, чё оно? Нравится. Тройная линия, при этом построена. Полагается в три линии. О, какая пересечённая местность тут. Одинарная линия. Упорядоченная линия. Двойной ряд давай. А, не. Не двойной ряд. А где это шахматный порядок? Не хочу расставлять. Смотри, там есть. Короче, мод этот, который я играю, Divided Impera, там, короче, эти построений 15, наверное, плюс там такие, знаешь, построения именные какие-то. Птолемеевское какое-то построение там, какое-то македонское или что-то такое, в общем. И они как-то по исторической специфике, там 3 или 4 таких исторических построения. Вот тут, смотри, тут дорога есть. Офигеть. Вот видишь, где горы кончаются, там дорога идет. Ну она... Ну какая-то она это заброшенная, да? Зачем заброшенная? А чё раньше думаешь, эти что ли? Брусчатку везде кладут. Так, дорога. По ту сторону горы ты имеешь? Тем более это... Эти варварские земли. Чё они там думаешь, эти что строители вольно? Тут Риме может быть. Да, римляне там брусчатку строили. Чё, плохих парней видно, нет? Чё такая-то это... Какая разница, видно, не видно, и сейчас они все равно все потом. Слушай, а прикольная карта, да, вот эта? С пересеченной местности. Да. Здесь вообще так, смотри, прям, это, если на карту посмотреть, обзор, это, тени и свет так меняются, что это. То видно, то не видно становится, то видно, то не видно участки. Плюс лес, да, там, прочее. Конец не жалко, разведать просто сейчас. Плестись как эти. Ну нажми X2, да и все там. Вот, или X3 даже. Экстрим. Да. Так, где они могут быть, а? Сыкло, уходи. Мне кажется, они на самой вершине горы. Слушай, а ты атаковал, да, получается? Или... Да. Я, короче, с Масили суперстеком, короче, их это. Ну, они отступили в итоге, а я вот этим сейчас добиваю. Ага. А первый что, бой автобоем был, что? Да, потому что там руги, короче, подошли целым стеком. И они ушли, короче, в сторону... Ай, города эти забыл. Слушай, ну мне кажется, они на самом верху стоят. Сейчас посмотрю. Ну. А, во, вижу. Блин, так они рядом. Стоять. О! Понеслась. А где они? Где? Я не вижу. А, вот они. Упырили. Чё? Стреляйте, родимые. Ух ты-то. Так, дротики у них слабые. О, кто там, кони что? А, люди? Да. Люди. Блин. Люди это хрен на блюде. Давай. Ох, нифига туда. Кусты, кусты залп ушел. Я вообще не понимаю, короче, что происходит, потому что это толпами лес. Коней рубанули жестко с дротиком. А, ну так и был задан. Залп прошел прям по коням. Давайте уже, блин, бегом. Ну все, есть позиционный бой. Сейчас. А, вот еще кони. Мочите их, короче. Да. О, Генс там Генс вообще лютует, по-моему. Ни херна себе, конь без всадника скакал, и ему два дротика в бок, и конь без всадника умирает, короче. Да? Да, то есть пустой конь там пока метался, право-лево,
дротики добивают, ну, долетают, и конь пустой умирает тоже. Ох, ни хрена там. По 4 пилума в каждом коне. Лошара. О, здесь тоже конница. А ведь штурмовая была, могли бы и биться. Я еще ничего не понимаю, у меня просто кусты, деревья, что-то летает, что-то непонятно, короче. Ага, стреляющая конница, кстати, у них есть. Да пизды. У меня тоже тут стреляющая пехота. Во, пилу пошел. Чё, хах, ни хрена там люди полетели, ё-моё. Давай, починай прям. Ё-моё, кто-то с седла прямо аж кверху жопу залетел. Это ладно. Что вообще происходит? Нет, вариантов нет у них, конечно. В общем, какая-то лесная битва диких демонов, я не понимаю ничего. Застрельщики, ну это трупы ходячие, застрельщики. Уже все, у них патроны кончились, они бегут в рукопашку, это все. У меня тут половина стоит, вообще даже не при делах. Понятное дело. Все, здесь стыло. Что вообще происходит? Я именно хотел посмотреть, как они будут с гоблинами драться, и просто в лесах какая-то жопа происходит. Да-да-да. А все уже разбегаются, большинство. Короче... Слушай, мне карта это вообще понравилось. Ты запомни это место, ладно? Ты, а там это же можно по координатам выбрать. Ну, эти уже побелели. Попробовать смахнуться на такой битве. С кем-нибудь для интереса. И что, все что ли? Ну вот, на самом интересном месте. Я ничего не понял. Чего понимать-то? Опиздюлились, ребят.